Музон представляет. Всем привет! Это проект «Ньюзон» в эфире лучшего музыкального страны. С вами ведущая Алина Жагулова. Присаживайтесь поудобнее. Расскажу о самом интересном из звездного мира шоу-бизнеса. Украинская певица Светлана Лобода представила новый клип на песню «Города». Певица отметила, что эта песня о безграничной любви, для которой расстояние всего лишь условность. Светлана Лобода сообщила своим поклонникам в Инстаграм о премьере клипа. Музыкальная видеоновинка уже вышла на YouTube-канале певицы. С премьерой певицу поздравили ее фанаты, которые отметили, что это очень трогательная песня. Даже на самом темном небе встает солнце, и даже в самом одиноком сердце есть место для любви. Отметим, что исполнительница впервые выступила в своем клипе в качестве режиссера. Твиттер снова заблокировал аккаунт Канье Уэста. Ранее это анонсировал владелец соцсети Илон Маск. В настоящий момент действие учетной записи музыканта приостановлено за нарушение. Илон Маск в своем микроблоке отреагировал на жалобы пользователя касательно деятельности Уэста в Твиттер. Несмотря на это, он снова нарушил наши правила против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован, сообщил глава соцсети. После аккаунт рэпера забанили, сейчас его страница недоступна. Отмечается, что в последнее время Уэст привлек к себе пристальное внимание прессы своими антисемитскими высказываниями. Казахстанские певцы Беркут и Аиша зарядили позитивом Казнет, зажигательно исполнив танец. Некоторые фанаты решили, что семейная пара ждет пополнения, и принялись поздравлять артистов. В Инстаграм у Беркута появилось новое видео, которое подняло настроение его подписчикам. Супруги, славящиеся своим чувством юмора, исполнили зажигательный танец. Подписчики отметили, что им очень нравится Беркут и Аиша. Их гармоничная пара излучает позитив. Некоторые пользователи соцсети решили, что Аиша ждет 4-го ребенка. О, Аиша в положении? Браво! Вы опять ждете пополнения? Красавцы! Предположили фанаты. И это были самые обсуждаемые новости из жизни селебрити на телеканале Музон. Я ведущая Алина Жагулова. Прощаюсь с вами. Смотрите Ньюзон и хорошего вам настроения. Пока!